В режиме видеоселектора его провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Одна из основных обсуждаемых тем – обеспечение многодетных семей земельными участками. За 7 лет с момента начала действия этого закона жителям Кубани, имеющим 3 и более детей, предоставлено почти 15 тысяч участков. Анапа – один из муниципалитетов, где эта программа реализуется наиболее эффективно. В этом году на курорте многодетным семьям было выделено 54 участка. Также были рассмотрены вопросы ремонта социальных объектов. По словам начальника контрольного управления администрации края, проверки выявили отставание сроков завершения работ в ряде муниципалитетов. В частности, есть нарушения при реконструкции здания школы в станице Брюховецкой. Губернатор Краснодарского края указал на недопустимость подобных фактов. По словам Вениамина Кондратьева, когда выделенные деньги не осваиваются, возвращаются обратно, это показатель некачественной работы на местах. Глава Анапы Юрий Поляков на этом поручении руководителя края сделал особый акцент. Я не хочу, чтобы мы с вами работали от селектора до селектора, от часа контроля до часа контроля. Я хочу, чтобы вот эта работа, то, что касается Наташи, вот мы сейчас многодетные говорим, ну, чтобы она обсуждалась.